Всем привет! С вами Натали, и сегодня новый выпуск по моему Rig This Journal. Сегодня я выбрала разворотик. Здесь, значит, такое задание. Здесь нужно оставить отпечатки пальцев или отпечатки руки, ну, точнее, того и другого, и как-то украсть эту страницу. То есть я хочу, например, на данной странице сделать отпечаток чисто именно своей ладони, а здесь я буду делать пальчики, и хочу не просто их просто так вот напечатать и все, и до свидания, а как-нибудь красиво оформить с фантазией, да, чтобы было это симпатично смотрелось, интересно. В общем, если вам интересно посмотреть, как я оформлю этот разворотик, то оставайтесь со мной. Я приготовила вот такую широкую кисточку, вот она у меня, да. Также у меня есть вода, линера, не знаю, понадобится мне или нет. Также у меня здесь набор маркеров, но они мне уже пригодятся потом, когда я буду дорабатывать свои отпечатки. И у меня небольшой набор питерской акварели. В общем, сейчас я буду разрисовывать, наверное, сначала свои пальцы, потом полностью руку, сделаю отпечаток. И уже будете следить за процессом, что я буду делать дальше. Итак, в общем, мои отпечаточки готовы, они у меня подсохли. Я специально сделала небольшую паузу в видео, чтобы все это дело у меня высушилось. И сейчас сначала я хочу оформить вот эту страничку. Я хочу здесь нарисовать небольшую птичку, которая будет держать в клювике, в общем, шарики. Несколько шариков у нее останется еще, ну, которые она держит, а другие разлетятся по небу. И, в общем, да, я начинаю рисовать. Мой разворотик закончен. Здесь я опять же налила блесток, которые сейчас нужно просушивать на окошке хотя бы минут 20. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментарии. Вот, пишите в комментарии, если вы еще ждете выпуски по Rig This Journal. Я думаю, это все-таки интересная темка. Также, пользуясь случаем, приглашаю всех в свою официальную группу. Ссылочка будет в описании этого видео. В моей группе вы найдете много всего для вдохновения, для личных дневников, для блокнотов, также общение, музыка, в общем, все-все-все. Вступайте, вы не пожалеете. Также подписывайтесь на меня в Instagram. Там я записана как Elma Feo, выкладываю очень много всего из жизни, просто каких-то постановочных фотографий, жизненных фото. В общем, да, жду всех в гости. На этом я заканчиваю, мы увидимся с вами совсем-совсем скоро. Всем пока!